И всем привет! С вами Владислав. Сегодня мы будем играть в Воксфрукт. Мы уже играли в нее. Только я был не один, а с Соломончиком. Соломоном. Вы его уже знаете, я с ним снимал видео про Воксфрукт. Надо выполнять квесты. Становятся хпшки. Сразу двоих. Опасно.
Все нашел, нашел ее. Так, смотрите. Вот это. Потому что я не хочу деньги тратить на эту фигню. В джунгли. Там какие-то взрывы происходят. Так, сюда. Что там происходит? Мастера 13. А мне нужно мастера 60, чтобы открыть вот этот. На букву X. Да, штука. Сила.
Я, знаете, почему именно убиваю фруктом потом? Чтобы у меня было больше вот это мастери. Новые силы. Например, на мастере 30 откроется сила на где на клавише F. Я думаю, я его убью уже. Давай же. Блин, какая она живучая. Отлично. У меня уже мастер 15. На это и держим. Осталось только добить это. Отлично. Мы выполнили это задание почти. Гориллкинг. То есть как переводится король горилл. Надо его буквально на месте спрятать, чтобы потом прийти с ним. Ни в коем случае не допустить, чтобы его искать. Вот здесь. Что делать? А, вот. Ой. Ой. Только не говорите, что он за мной идет. Они сейчас подохнут. Тихо, тихо. Осторожно. За что меня-то? А тут появился. Вот деньги. Сейчас новый квест возьмем. Хорошо, что они мой корабль не занят. Так, сгори какие-то. Интересно, смогу ли я убить его? Thank you.
упаковка, то все. Тихо, мне нужно дождаться, пока у меня все хлопушки зарядятся. Ну что ж, я готов гореть. Что? Ничего не снеслось. Я убил Крылатенка! То есть не я, а он. У меня мастер 25. То есть, а здесь сколько? Мастер 17. Так мало. Текс. Идем сюда. Все, ну давай. Шо. Три. Поэтому завтра надо для прятки. Короче, я понял, надо по конкурсу ехать. Сколько уже видео идет? О, так мало? Опа. Это да, да. Надо где-то им быстрее накапливайся. Ой, не умер? Чё? Знаешь что? Такс, статс. We'll be right back.
тоже. Все, теперь у меня не будет лагать, потому что я сейчас не буду, когда я снимаю видео, когда я играю в эту игру, происходит лагание. Чтоб не лагало, когда я снимаю, я делаю вот так. Он силен. Смоковый.
вам понравилось это видео.